Дьявол носит Прада. В этом фильме озвучку Мерил Стрип, главная актриса, произвела моя коллега Эвелина Хромченко. Обратите внимание на тембр голоса. Дом Гуччи. Дом Гуччи – потрясающий триллер, в котором знаменитая американская певица изображает главную героиню. Не все в нем правда, но не все в нем ложь. Коко Шанель. Легендарная женщина, не умевшая шить, кроить и рисовать, тем не менее стала не только иконой стиля, но основала уникальный бренд, который нравится миллионам женщин на Земле. Круэлла. Круэлла – сказка. Это вещь скорее для детишек, чем для взрослых. Но в каждом из нас живет маленький ребенок.